Амальфитанское побережье – это южное побережье итальянского полуострова Соренто протяженностью 50 километров, относящееся к региону Кампания. Побережье является популярным местом отдыха и отличается отвесными скалами и неровной береговой линией со множеством маленьких пляжей и рыбацких поселков, где все дома окрашены в цвета пастельных тонов. Каппадокия – полупустынный регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами, высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге, долине монахов и долине Гереме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах Троглодиты пещерные люди, а затем использовали в качестве убежища ранние христиане. В каньоне Ихлара глубиной 100 метров расположено множество высеченных в скалах церквей. Пещера Бату – одна из наиболее популярных достопримечательностей Малайзии, которую ежегодно посещают более 1 миллиона людей. Это не только самая почитаемая индийская святыня за пределами Индии, но и настоящее природное чудо. Пещера Бату расположена в 13 километрах от центра Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Ватна-Йокюдль – это крупнейший ледник на юго-востоке острова Исландия. Ледник Ватна-Йокюдль является самым крупным ледником на территории всей Европы. Удивитесь, но средняя мощность льда – 400 метров, а максимальная – 1000 метров. Под ледником скрыто несколько вулканов и озер. Вот уже в течение нескольких лет Ватна-Йокюдль становится меньше. Гейрангерфьорд – фьорд в регионе Сунмёре, расположенный в самой южной части фюльки Мёре, Аге, Ромсдал в Норвегии. Находится примерно в 200 километрах к северо-востоку от Бергена и в 280 километрах к северо-западу от Осло. Фьорд простирается на 15 километров и представляет собой одно из ответвлений Стурфьорда.